Наша новая школа. Вы знаете, что в том году президент объявил об этой инициативе. Это национальная инициатива «Наша новая школа». Этот проект возник не случайно. В преддверии этого проекта в Российской Федерации реализовывались два проекта. Это комплексный проект модернизации образовательных учреждений и приоритетный национальный проект образования. Вот вы знаете, как бы оба этих проекта масштабных, они, безусловно, реализуются и в нашем регионе, и продолжают реализацию. Но они как бы стали базой для вот этого нового президентского сегодня национального проекта «Наша новая школа», который реализоваться в области начал по всем шести направлениям. И одно из главных направлений – это изменение содержания образования. И, в общем-то, как раз вот переход к новым стандартам – это та задача, которая является одной из основных. В этом году мы начали готовиться уже к реализации этой задачи в том году. Более масштабно будем делать шаги в этом году, и в том числе, опять же, Череповец выделяют два, по-моему, образовательных учреждения, две школы, которые будут пилотными площадками для апробирования новых стандартов. Ну и вы знаете, что в этом направлении просто беспрецедентное решение губернатором области, выделено 158 миллионов рублей целевыми средствами на приобретение учебников для учащихся школ области. И направлены субвенциями 43 миллиона рублей в районы для пополнения учебной базы образовательных учреждений. Таким образом, в каждой школе, мы посчитали, 90%, на 90% обновлен весь пакет, так называемый, книг для каждого ребенка. Ну, естественно, есть фонды в каждом образовательном учреждении. Эти фонды могут быть использованы согласно лицензионным условиям, поэтому те учебники, которые сегодня соответствуют этим нормам, они также будут еще использоваться в образовательном процессе в школах.